«Таинственный Витас» – проект продюсера Сергея Пудовкина. Он придумал исполнителю имидж одинокого пришельца. «Витас» в 2002 году дал 527 концертов и получил премию «Овация». За свою музыкальную карьеру он выпустил 4 альбома. Зрителей покорил необычный голос Витаса. А эти пронзительные, высокие ноты, которые, там, не знаю, достаточно были эксклюзивны в то время, и сейчас, слава богу, остаются таковыми до сих пор. Как Витас поет вживую, вы не слышали? Я сейчас вам поставлю, вы будете хохотать, вы отсюда уйдете, на, не знаю, ползком просто. Это техники наши записали на его концерте. Он поет под плюсовку, но микрофон был выключен, а его включили и послали на запись. И вот то, что идет с микрофона, как он поет, я вам сейчас прокручу. Я подожду еще чуть-чуть и собираться буду в путь вслед за надеждой и мечтой. Постой! Я первого концерта, понимая подобное отношение к его голосу и к тому, что он делает на сцене, было создано очень много номеров, целенаправленно направленных для того, чтобы публика слышала его без микрофона, без колонок. Он выходил в зал неоднократно, пел посреди зала. Это было, ну да, я в какой-то степени защищался.